Семен! Ну давай выходи скорее, ты уже второй раз бреешься. Давай еще раз распишем. Прикрывайте казино и валите на пляж. Некрасиво гнать друзей. Я вас не на лесоповал гоню, а поплавать. Приехали на море, а сидите в номере. Причем в моем. Я на пляж больше не пойду, у меня уже вся шкура обгорела. А я врать не буду. Я бы с удовольствием окунулся. Но еще больше я хочу посмотреть на твою тёлку. Еще раз ее так назовешь, дам в челюсть. Упс. Грубо. Любовь не сделает тебя тоньше. Я получаю заказ, значит, ну, сделать фотографии, приезжаю к ним в офис, а там, значит... О, смотри, вот она. Ты смотри, с вещами. Добрый день! А вы к Диме? Мы знакомы? А, нет, Дима нас не успел представить. Я Женя, это Виктор. Здрасте. А вы, кажется, Ирина. Очень приятно. А, очень приятно было познакомиться. Я считаю, что до встречи. Витюш, себя некорректно, что ты разорался на всю гостиницу? Да ладно, мне можно, я же с Райби. Мисс Боярова, we have requests. Can we get your autograph, please? Of course. It wasn't easy to get gold medal in Melbourne, was it? Not. Good luck. Thank you. Bye-bye. Слушай, мы с тобой знакомы уже почти 2 недели, а я ничего о тебе не знаю. Это так важно для курортного романа. А, у нас курортный роман, да? Ты не так считаешь? Нет. Я считаю, что вот уже 13 дней никого ближе тебя в этом мире у меня нет. Ты так складно говоришь, я не умею. У меня чувств много, а слов нет. Боишься сказать? Тебя часто обижали? Нет. Меня вообще не обижали. Тогда почему ты ни разу не сказала, как ты ко мне относишься? А тебе что, непонятно? А? Тебе зачем слова? Мне непонятно только одно. За что мне такое счастье? Димка. Я тоже думаю, мне за что такое счастье, а? Она вообще в это время уже уходит. Следишь? Нет. Ну нет, ну я тебе говорю, да нет. У меня из номера просто Димкины окна видать. А, кстати, ни разу у него на ночь не оставалось. Морочит она ему голову. Наверное, с мужем здесь. Замужняя? Так замужняя – это же самый лучший вариант. Ответственности ноль, а эмоции те же. Слушай, Витька. Я ее 100 пудов где-то видел. Останься. Не могу. Почему я не могу тебя проводить? Ты боишься меня показать своим друзьям? Нет. Пока дойдем, все спать будут. А я закажу такси. Не надо. Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь?
Надо. У меня была жена. Как ей повезло. А она так не считала. Ты знаешь, как она пожалеет. Ирка, останься. Чего ж мы так накушались? От зависти, Димон. От черно-белой зависти накушались. И кому вы завидуете? А вам завидуем, друг мой, потому что я вспомнил ее. Зашел в номер, включил свой телевизор на спортивный канал и на тебе вспомнил. Кого ты вспомнил-то? Кого я вспомнил? Я все гадал, где я видел твою Ирку и лицо-то да... Да более знакомая, включаю ящик, мама родная! Это же сама Ирина Бояр! Ну ты, Димон! Тихоня, ты что думал, мы не узнаем, что ли? Ладно, Витька, ничего, не в смысле испорчен, но мне-то ты имел право сказать или нет? А что я тебе должен был сказать-то? О том, что ты спишь с олимпийской чемпионкой! Ведь она в Мельбурне 800 метров за минуту 56. И все, ты, кстати, она тебе не говорила, как у нее там с коленным суставом после Лондона? Ух ты. Димон, а это ничего не значит. Ведь ты, наверное, просто не спросил у нее, она и не сказала, некорректно. Ну, ты сам подумай, глупо, понимаешь? Глупо лежать в постели с мужчиной и говорить, а знаешь ли, любимый, ты спишь с великой спортсменкой. А она великая спортсменка? Боярова! Да Боярова одна из лучших в мире в своем виде. Она сейчас, по идее, готовится к российскому чемпионату, а потом мы все будем болеть за нее. На Олимпиаде, ты представляешь? Даже так? О, ну ладно, ты не тупи, все хорошо, все. Ты ведь тоже не последний человек, ты выдающийся хирург. И еще не важно, чья профессия важнее, твоя или ее. Ведь она радует Россию этими достижениями. А ведь ты целишь людей, ты, можешь сказать, даришь здоровье. Женька, ты слишком рано перешел на пафос. Через 5 дней вернешься к себе на радио, вот там пой. Про золотые руки хирурга и проверим твердых героев спорта. Все. Подожди, ты все действительно расстроился? Димон, ты мне поверь, сейчас не в тренде просто красивой девушки. Сейчас важно, чтобы рядом с солидным мужчиной была женщина-личность, многого добившаяся в карьере. И тут Ирка Боярова. Противно тебя слушать. Почему? Потому что если она решила не рассказывать, кто она... Значит, я для нее просто приложение к отпуску. Иди спать, Женька. Ты стал пессимистом, друг мой. Мой друг стал пессимистом. Мой друг стал... Сама Ира Боярова. Ну, ничего себе. Боярова! Пей. Шиповник с чабрецом. Не поздно гулять-то? Сори. Ну и в какую ты завтра форме на тренировку выйдешь?
как обычно, российской. Триколор. Ну, понятно. Молодец. Ладно. Иди отдыхай. Спокойной ночи. А что ты так на меня смотришь? А я не на тебя смотрю. Я на звезды смотрю. Ну что, я не имею права влюбиться? Все имеют на это полное право. Ну, это случайно вышло. А это всегда случайно. Живет человек, все нормально, вдруг бац, и крыша поехала. Ну, вот и у меня бац, и крыша съехала. Ну что, не женщина, что ли? Ну, почему женщина? Молодая, красивая женщина. Слушай, а что ты тогда за мной никогда не ухаживал? Бояру, ты это прекрати. Я, во-первых, женатый, во-вторых, я тебя с 13 лет тренирую. Ты мне как дочка. Тогда скажи, пап, вот тебе не обидно, что у меня за всю жизнь ни разу ни одного настоящего романа не было? Так. Разговор окончен. Спокойной ночи. Через 5 минут проверим. Давай. Так. Ровнее, ровнее. Тягун ровнее держи. Плечи дорабатывай, плечи. Дыши, дыши носом. Ну, работаем, работаем, мухи сонные, ой. Палыч, без обед их надо оставить, может, поможет. Это кто? Это врач из Москвы. Хотел посмотреть тренировки, я разрешил. Точно врач, не журналист? Да сказал хирург. Терпеть не могу журналюк. Один представился художником, а оказался журналистом. Так мы его потом с полицией со стадиона гнали. Добрый день, молодой человек. У вас есть какие-нибудь документы? У меня с собой только права. Пожалуйста. Яковлев Дмитрий Ильич. Дмитрий Ильич, у нас вообще тут сборная тренируется. Посторонним находиться запрещено. Я понял, извините, я уже ухожу. Дмитрий Ильич! Букетик забыли. Для кого цветочки, если не секрет? Вы за кого болеете? Я не болельщик. А цветы передайте, пожалуйста, Ирине Бояровой. Всего доброго. Так это она к вам бегает, да? Вы знаете, мне кажется, что слово «бегает», оно не совсем красивое. Мы с ней встречаемся. А я никого не хотел обидеть. Вы видите, как она вкалывает? Представление имеете? Так вот, после всего этого она бежит к вам. 12 километров туда, 12 обратно, потом 3 часа сна, и утром все по кругу. Вообще вам ее не жалко? Я только вчера узнал, что Ирина профессиональная спортсменка. Вы что, Боярова не знаю? Не знал. До свидания. В тюрьме, что ли, сидел? Хотя сейчас и в тюрьмах есть телевизоры. Я тебя наврал? Не медик, журналюга. Слушай, мне кажется, я что-то не то сделал. Это вроде как бойфренд Бояровой. Любовник у Ирины. А что у нее? Не может быть парень? Она что, уродина? Я ничего такого не говорил. Ну и не говори. Боярову передай. Дмитрий Ильич! Дмитрий Ильич! А у вас здесь все друг друга знают? Ну да. Тебя как пустили? Тренер твой сказал, посидите лучше здесь, чтобы она к тебе не бегала, чтобы отдохнула. Он прав. Я посмотрел, как ты тренируешься.
я бы умер. Злишься на меня? Я чувствую себя идиотом. Проходи. Ну ты чего, проходи. А между нами, оказывается, социальная пропасть. В каком смысле? Я слышал, что спортсмены много зарабатывают. Ну и что? Ничего. Ты богатая девушка. Поцелуй меня. Слушай, ты действительно вот так быстро бегаешь? Иногда. Один мой друг готов молиться, чтобы ты побеждала. Ты, оказывается, очень серьезная персона в нашей стране. Дим, что случилось? Почему я должна оправдываться? Я знала, что тебе не надо знать, кто я. Теперь все кончилось. Перестань, ничего не кончилось. А что такого ты узнал? Я что, серийный убийца, королева Нидерландов? Я не хотела ничего скрывать, так вышло, понимаешь? В первый день не сказала, потом портить ничего не стала. Спугнуть боялась, хорошо слишком. Я так понимаю, это финиш? Прости меня. Прости меня, Ирка. Мне просто очень сильно не везет счастье, понимаешь? Ну, как-то не выруливается. А тут я подумал, что вот та, с которой все будет не так, как обычно. Ну, там, любовь, морковь. Я не знаю, как сказать. Как ты выдерживаешь такие нагрузки? Привыкла. Прости, что я заснула. Сейчас полежу еще чуть-чуть и тебя провожу. Не надо. Я сам пойду. Ты меня слышишь? Угу. Мне завтра вечером нужно срочно вылетать в Москву на операцию. Я хотел тебя попросить. Ты подумай, может быть, нам стоит всегда быть вместе. Сейчас не отвечай. Вечером скажешь. Хорошо? Ты хорошо подумай. Это ведь на всю жизнь. Интересуется, кто он? Он? Не хитри, не умеешь. Кто этот герой романа?
мужчина. А точнее, хомяк, ты в душ шла? Вот и продолжай движение. Ирка, ну я же вижу, что ты серьезно влипла. Оно тебе надо за неделю до соревнований? Оно мне надо. Судьба, что ли? Судьба, наверное. Он мне предложение сделал, женой его быть. Вау. Ой. Фух. А мне не подруги знать хочешь? Фух, нет, не хочу. Все-таки выскажись. Ищи мужика среди своих. Сдается мне, что этот не из спорта. И что у вас ничего не получится. Все сказала. Иди. Иду. Пример. Вот он тебя сегодня ждать будет? Надеюсь. А ты не придешь. Приду. Не придешь. Не сможешь. Знаешь, бы сразу понял, что тебя на тренировке прикончили. А этот не поймет, обидится. Подумаешь, что у тебя с кем-то что-то... Хлебникова, иди-ка ты в душ. Иссякаешь тут едом, как змея. Мне Байрову расслабить надо, а ты нервы треплешь. Палыч, а? Права она. Не нужны мы никому. Хотелось бы мне тебя утешить, что любовь, мол, главная. Не так? Нет, Ир, вот ты чем побеждаешь? Ты побеждаешь волей нездешней. И таким желанием успеха, что порвешь всех, вот, кто даже сильнее тебя. А разве это плохие качества? Ну, для спорта главное определяющее. А у жена или любовница зачем мне такая нужна? Такая порвет меня, как тузи-грелку, и от меня как-то мужика тут мокрое место останется. Колено не трогаем? Нет, болит пока. Ой, Ир, всего в жизни ухватить нельзя. А я ухвачу. Я все ухвачу. Давай, девочка, давай. Молодец. Ну что, Павлович, а ты говорил. А я ничего. Боярова! Алло. Не волнуйся, встретимся. Нет, нет, тебя не пустят. Я сама не побегу. Я служебную машину возьму. Давай, обнимаю тебя. Петр Сергеевич велел проследить, чтобы ты никуда не смылась. Проследила, можешь идти. Ир, ты нормальная? Надорваться хочешь перед Питером? Духи ты взяла мои? Я. Купи себя. Ну где такие купишь? Тебе же принцесса Монако подарила. Все, пошла. Сергеевичу ни слова. Поняла, то без духов останешься. Ну ты ж зеленая. Какое тебе свидание? Боярова? Ты уже ключи по карманам от казенной машины, да? Ай-яй-яй. Я на час, всего час. Ни час, ни минуты. Вышла из машины, к доктору, меряешь давление спать, все. Боярова, ты что делаешь? Боярова, ты что делаешь? Я тебя не пущу, Боярова. Стой, ты говорю. Боярова, послушай меня. Боярова, стой! Ты что, ты понимаешь, что ты делаешь? Ты вообще нормально? Нормально, сам знаешь. Я замуж выхожу. Мне надо его увидеть и сказать, что я согласна. Ты никуда не поедешь, я тебя не пущу. Ты сдохнешь по дороге. И у нас доктор сразу станет вдовцом, не женившись на тебе. Слушай, ну завтра увидитесь, а? Он уезжает завтра. Ты понимаешь, что у меня жизнь решается. Пусти меня, пожалуйста, мне надо сегодня. Да не нужна ты ему такая. Какая? А вот никакая. Еще долго у него будет незаботливая жена, черт тебе знает что. Ну вот, ладно. Может быть, не понимает. Но ты-то понимать должна. Ты понимаешь это? Понимаешь? Ну, все, молодец. Давай, открывай дверь. Пошли, пошли. Боярова, открывай. Скажи, я страшная? Ноги все, как у лошади. Вены синие. Ир, ты сама выбрала такую жизнь.
Я ничего не выбирала, от меня всегда выбирали. Угу. Отберут и вперед. Ну что ты богу гнилишь? Про тебя в энциклопедии напечатали. Деньги ты получаешь нормальные. Ты вообще вся в шоколаде. Ну, ну пойдем, пойдем, пойдем. Ну, давай, давай, идем, идем. Давай, вот. Тебе только рекорды мои нужны. Ну, конечно, это сильно сказано. Особенно вот в таком настроении ты в Питере, как черепах, самый последний придешь. Слушай, ну в чем проблема, а? Ну, телефон есть, закончится соревнование, созвонитесь. Он москвич. Ну, прекрасно. Созвонитесь, объяснишь ему все. Алло. Нет, это не Ира, это ее подруга. А что вы так волнуетесь? У нас просто вечеринка, Ириночка отдыхает. А, обещала приехать, но, может быть, передумала. У нас, в принципе, тут своих кавалеров хватает. Алло. 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 Блин, разъединился. Кто? Чего ты поменял свой билет? Поплавали бы еще, позагорали, шашлычка поели. Дел много, пора. Поссорился со своей бегуней? Я ей сегодня предложение сделал. Она согласилась? Я дал ей время подумать до вечера. Она не пришла. Деликатно отказала. Но ничего, все пройдет. И это тоже. А дома у тебя что? Катька до сих пор у тебя живет? У меня. Почему она к своему новому мужу не переберется ей? Не ремонт затеяли. Три ванны в каждую пытаются всобачить джакузи. Ремонт века. Да пошла твоя Катька к трем джакузи. Она не понимает, что тебе тяжело ее видеть дома каждый день. У нее астма, ей нельзя дышать краской. А мне она не мешает. Эх, Дима, Дима, знаю тебя 100 лет. И до сих пор не могу привыкнуть к твоему благородству. Его жена на богатого придурка поменяла, а он о ее здоровье беспокоится. Ага. Только я сомневаюсь, что это благородство, а не дебилизм. Ну, зато ты, Витька, никогда не спал с чемпионкой. Со спортсменкой, можно сказать. А вот Димка спал и может даже скоро жениться на ней. Она ему отказала. Нашему ловеласу отказала? Она не отказала, она просто не пришла. То есть она просто знала, что у тебя завтра самолет, и просто не пришла. А если бы она согласилась, ты бы на ней женился? Женился бы. Да бред! Ну бред, жениться на спортсменках невозможно. У них свой мир, и нам, обычным жителям, в этом мире делать нечего. Дим, ты, конечно, меня прости, но от тебя даже жена-стоматолог ушла. А уж чемпионка по бегу так-то рванет в ближайший месяц. Ладно, давайте хватит об этом. Счастливо оставаться. Ладно, у нас время еще до утра. Так, значит, да? Ребят, привет. Не знаете, где Дима? Ира, здравствуйте. Как спортивные победы? У него номер заперт, и я никак дозвониться не могу. А доктор Яковлев в небе. Подлетает к столице нашей родины. У него же вечером рейс. Ир, он поменял билет. Он ждал вас вчера, Ир. Знаю. А почему же тогда не приходили? Сил не было. Ясно. Что ясно вам? Нет, просто раньше каждый вечер приходили. Витя. Нет, я не лезу в чужую жизнь. Просто Дима очень нежно к вам относился, и, по-моему, он заслужил, чтобы с ним хотя бы попрощались.
А, Ира, кстати, он попросил передать вам свой адрес. Ира, а правда Черниченко перешла на тренерскую деятельность? Правда. Понимаешь, что это же наша Ирка. Это же моя дочка. Ты даже не смотришь. Я все вижу. Молодец, Ир. Боярова, ну ты боярова! Молодец, Ирка, молодец. Ирка, все хорошо, тихо. Совершенно не радуешься за нашу Ирку. Радуешься? Я тебя быстро бегать много ума не надо. Как тебе не стыдно? Ни черта не делаешь, а живешь как король. Да если бы не Ирочка, мы бы с тобой давным-давно в переходе милостыню бы клянчили. Люсь, тебе самой не надоело мне все это постоянно повторять? Что мне перед твоей Иркой? На колени теперь бухнуться? Ну, не знаю, ну хоть порадоваться за нее. Я рад. Теперь хоть машину нормальную купить можно будет. Твоей машине года нет. А ты куда? Прогуляюсь, пойду. Ну, прости меня. Проклятый мой язык. Ну, все. Прости меня. Я люблю тебя. Господи, как же я люблю тебя. Люсь, хватит меня дочке своей попрекать, а? Ну, не повезло мне пока. Угу. А ей вот повезло. Давайте, за нас, за победу! Лена, ну что, походу уже в Москве. Так что мы еще в Питере? Хорош пить. Боярова, какая-то странная. Да вспоминаю, как ты меня в Москву привез. Ага, да. Не зря привез. Ты только не зазнайся, звезда. Ну, не зазнаюсь. А я ведь тебя сейчас удивлять буду. Ой, да ладно. Ты ж меня и так удивил. Куда ж дальше-то? Всегда есть что-то круче. Тихо! Еще раз. Тихо, я говорю. Обычно такое говорят мужу или родителям, но мужа у меня нет пока, мама далеко. Поэтому о своем счастье впервые скажу вам. Надеюсь, что если все будет хорошо, скоро у меня будет ребенок. Что она сказала? Ну, видимо, она беременна. В каком смысле? Петя, это всегда имеет только один смысл. Охренеть. Ну, я рада, что вы рады за меня, и приглашаю всех танцевать. Боярова, может, ты мне теперь по-человечески все объяснишь? Это что было, а? А ты по-человечески меня поздравил бы, обнял бы, сказал: Боярова, так держать, давно пора, молодец. Извините. Ты что, ты издеваешься, да? У тебя сейчас пик карьеры. Олимпиада на носу, ты не понимаешь, да? Год-два и все, ты это понимаешь, а? А через 2 года мне рожать будет поздно. Да пошел ты. Боярова! Боярова, успокойся, пожалуйста. Ты можешь меня просто выслушать, в конце концов? Можешь? Послушай, я же не предлагаю тебе вообще не иметь детей. Ну, я предлагаю просто подождать пару лет. Ну, после главной победы рожай, пожалуйста. Но через пару лет не будет именно этого малыша. Другой будет, какая разница? А я люблю именно этого. Сколько я лет на спорт угрохала? А сколько моей бабе жизни еще осталось? Да ты молодая женщина. Ты сегодня доказала, что нет предела физической возможности человека. А в это время миллионы баб по роддомам рожали. Понимаешь? Миллионы! А ты одна!
Ты хоть понимаешь, сколько людей надеются на тебя? Как они ждут твою победу? Ты это понимаешь? Я хочу быть счастливой, как те миллионы баб. Остановите, пожалуйста. Гнать надо такого дизайнера. Ты мне скажешь, зачем ты мне его посоветовала? Ну, на самом деле, теперь мне никогда с ним ремонт не закончить. И жить мне в этой халупе с бывшим мужем еще лет 100. Спасибо тебе, дорогая. Да терпит, как терпит? Нормально терпит. Димка же у меня добрый. Ой, слушай, подожди, ко мне кто-то пришел. Я тебе перезвоню, целую, пока. А вы, наверное, к Диме, к мужу моему. А, да, я ему звонила, у него телефон нет. Он всегда телефон отключает во время операции. А вы, наверное, записаться на консультацию, да? Я бы вас пригласила подождать. Просто муж сказал, вернется ночью, это в лучшем случае. Извините, я пойду. Да. Хотя, может, действительно зайдете отдохнуть? Все-таки вы сердечница. С чего вы взяли? Как мне муж-кардиолог. Я, кстати, тоже врач, только стоматолог. Димка говорит, вообще мы идеальная пара. Он даже шутит по этому поводу. Он оперирует сердце, я... лечу зубы, нам бы еще родить сына невропатолога и дочь гинеколога. И вообще будет все замечательно, можно открывать свою клинику. Вот такая мы семейка. До свидания. До свидания. Так зачем по лестнице, у нас лифт есть? До свидания. Ты прикинь, сейчас Димке какая-то девица приходила. В том-то и дело, не больная, очень даже здоровая. Я думала, он себе любовницу завел. Да я тебя умоляю, кто ревнует. Да ну нет, ну правда. Ой. Мне просто нужно где-то пожить, правильно? А если он кого-то приведет сейчас, мне куда деваться, по-твоему? Короче, мне что делать с дизайнером? Увольнять его или этого оставлять? Или пусть доделывает уже? Thank you.
Да. А, Дим, привет. Ну что, закончилась операция? Ну и отлично, хорошо. Ты не забудь мобильный включить. А, нет, никто не звонил, никто не приходил. А ты что, ждешь кого-то, что ли? Вообще-то я у тебя еще живу, как это, какое мне дело? Не волнуйся, съеду, и очень скоро. Я тебе повторяю, никто не приходил, никто не звонил. Ирина Борисовна, а что же вы нас не предупредили, что у вас в доме такая пустота? Да долго дома не было, обжить не успела. Я бы знала, мы бы вас в студии снимали. Мне просто сказали, что вам нужна домашняя обстановка. Ну да, домашняя, но у вас даже сесть негде. Нам зритель не поверит. Такая звезда, как вы, живет на коробках. Слушайте, а давайте тогда не будем, а? Ну что вы, будем, конечно, будем. Смотрите, какая у нас есть красота. Будем врать зрителю, что я живу во дворце. Но почему врать? Зрителю не нужна правда. Ему нужна красивая сказка. А эту колонну я уже где-то видела. А она все время с нами путешествует. Вы ее, наверное, видели в программе «В гостях у балерины Кулачковой». Только у нее, наоборот, там слишком шикарная обстановка была. Не знаю такую. Не знаете Кулачкову? Слушайте, а у вас есть платье для меня? У меня все в коробках пока. Конечно, есть. Шматье принесите! Ой, только, пожалуйста, не с этой, как вы, Кулачкова? Кулачкова! Я в шоке, что вы ее не знаете. Ну, начнем. Ирина, а почему вы решили покинуть профессиональный спорт? Ну, дело в том, что... Ну, это, наверное, что-то очень личное? Да, спорт для меня как раз очень личный. Ну и почему же тогда, прямо перед Олимпиадой, где вы могли бы блистать, вы уходите из спорта, болельщики волнуются, пишут письма, спрашивают, в чем дело? Че вы врете, куда они пишут? Те, кто письма пишет, тот на трибуну не ходит. Минутку. Стоп. Ирина Борисовна, нельзя же говорить в камеру слово «врете». Ну вы чего? А, ну извините, я просто не знаю, чего говорить-то. Ну, вы же давали раньше интервью нормально, я их читала. Ну, просто сейчас не о спорте говорим. Ну, у нас программа не о спорте, у нас другой зритель. А что вашему зрителю интересно? Много. Жареные подробности. В том числе. Понимаете, какое дело? На допингах меня не ловили. Травмы не смертельные. Про болячки вообще как-то, по-моему, никому не интересно. Опять я про спорт, видите? Ну, подождите, у вас все получится. Вы какая-то зажатая. Расскажите совсем о другом, о личном. Не знаю, о первой любви. Или о тех романах, которые у вас сейчас происходят, когда вы уже звезда. Как женщина женщине. Какой женщине? Точно говоря, что все спортсмены... Ирина, тупые, вы заказаны как? Вы согласились на это интервью. Нас ждет канал. Нас ждет ваш зритель. Болельщик имеет право знать, в конце концов, почему вы уходите из спорта на пике карьеры. Давайте, может быть, про личное что-нибудь. Прекрасно. Давайте про личное. Наверное, вы хотите уделить больше времени личной жизни. Так вы встретили какого-то прекрасного мужчину, может быть, даже собрались за него замуж, да? Приблизительно. Да, Боярова, пусто у тебя тут. Да знаю. Чувствую себя неважно. Получше станет, я же куплю что-нибудь. Да ты чего? Как ты что-нибудь? Да у такой спортсменки, как ты, дома должно быть антиквар, картины дорогие. Ты что? Ленок, ну вот что я понимаю в картинах? И ты нифига не понимаешь. Платишь этим жуликам кучу денег, они тебе впаривают копии. Не так, что ли, а? Ну и что я в картинах не понимаю? Зато я понимаю, что наш спортивный век, дорогая, очень недолг. Да, и нужно успеть упаковаться. А, началось. Иди сюда, смотри. Извините, наступила какая-то такая усталость. Молодца. Кажется, красиво излагаешь. Из окна автобуса. Сколько за интервью взяла? Нисколько.
Дура, что ли? Да с твоим именем можно только на этих интервью прожить. Заняться собой, личной жизнью, домом. Так. То есть у вас сейчас грядет новый жизненный этап? Да. Я думаю, что этот мой новый этап будет совершенно иным и самым счастливым. И мы вам этого искренне желаем. Дмитрий Ильич, вот вы настаивали на том, чтобы поднять Скворцова на третий день после операции. И что вам мешает поднять больного? Ну, это практически невозможно. Дмитрий Ильич, вы меня слушаете? Слушаю, слушаю. Ждете начала спаечного процесса? Ну, его родня нам скандал устроила. Все же теперь умные, в интернете сидят. Вот они и вычитали, что после такой операции встают только через неделю. Где эта слишком умная родня? В палате. Идем. До слез обидно, когда такие гениальные спортсмены бросают спорт и начинают заниматься черт знает чем. Ударяются в бизнес, заводят семьи. Ирина Боярова объявила на весь мир, что выбирает семейное счастье. Но не бред, господа. Ну ладно, об этом мы поговорим после прогноза погоды. Женька, ну вот что ты несешь? Здорово, Димон. У нас сейчас телефон разрывается. Все хотят узнать про Боярова. Димон, я гений. Будь здоров, гений. Спасибо, что заехал. Ты самый лучший на планете бывший муж. Слушай, почему твоему новому мужу не забирать твою машину и сервис? Ты шутишь? Он работает, занят. Да, я тоже не с дискотеки. Я двое суток дома не был. Бедненький ты. Почему тебе не хочется познакомиться с моим Варовым? Слушай, зачем тебе это нужно? А? Все что, в тренде коллекционировать мужей? Ты злишься, ты просто не хочешь искренне порадоваться за свою бывшую жену, так по-человечески. Да потому что нечему радоваться, Кать. Ты выходишь замуж за престарелого мужика. Зачем? Чтобы покупать сумочки из новых коллекций? Знаешь, сумочки тоже. Дим, мне надоело считать копейки в супермаркете. Я теперь просто захожу в магазин, не смотрю на цену, провожу карточкой, и все. Очень удобно. Я, наконец, нашла опору и сильное мужское плечо. Да этому твоему сильному мужскому плечу через 10 лет будет 75. Он пригласил тебя, чтобы скрасить старость. Знаешь что? Димка, да ты ревнуешь. Да просто ревнуешь. Садись, поехали. Я слышала, ты увлекся какой-то плавчихой, да? Да. Ну и как вы? Что у вас? Никак. Она вышла замуж. Забирай свою машину и шуруй к своему мужу. В среду привези его ко мне. Последняя кардиограмма у него была не ахти. Надо его подробнее исследовать. Хорошо. Знаешь что, Дим, если бы ты тогда ушел в частную клинику, у нас бы все было по-другому, и зарабатывал бы ты другие деньги совершенно, и все было бы нормально, мы с тобой бы не расстались, и не пришлось бы мне жить с этим уродом. Счастливо тебе, удачи, пока. Идите вы все к черту. Катерина переехала к своему папику? Переехала. Скучаешь? Безумно. Витька, что за вопрос? Нехорошо так говорить, но ты знаешь, когда она забрала свою последнюю тряпку, у меня такое ощущение, что крышка гроба откинулась. Сильно ты с ней ошибся. Это она со мной. Ты знаешь, я, видимо, создан только для работы. И все. Жаль, что я равнодушен к спорту. А я с некоторых пор его ненавижу. Ничего, ничего. Наши их еще обломают.
Хотя на кой черт мне эта нервотрепка? Кстати, доктор, а ты слышал, что твоя Ирина Боярова ждет пополнения? Что? Ждет пополнения. В общем, скоро из ее животика выскочит маленький шустрый мальчик и побежит по беговой дорожке. Понятно? Бог ей в помощь. А кто отец? А она мужа скрывает. Наверняка какой-то нехилый олигарх. Почему ты так думаешь? Ну, а иначе зачем ей из большого спорта уходить? Ну, сами подумайте. Отказываться от денег, от славы. Ну, ясное дело, муж сказал, сиди, моя красавица, дома, я тебе все оплачу. Ты что, уходишь? Да, пойду. Димон, что с тобой? А что у тебя с лицом, Димон? Да все нормально. Подожди, это же был просто роман. Роман у моря. Или нет? Или нет? Я полный идиот, да? Не полный. Я так переживал за вас. Вся моя семья болела за вас тогда, когда вы в Санкт-Петербурге выступили. Садитесь, пожалуйста. Вы так рванули в таком потрясающем темпе. Видимо, вы копили силы для финишного рывка. Да? Умница, какая же вы умница просто. Скажите, я верно ответила на вопрос? Я не хочу вас обижать, но я же понимаю, вы так много пропустили. Но я хочу нагнать. У меня бы литература список. Мы с вами оба взрослые люди, Ирочка. Вам нужно начинать все сначала, ну, с нуля. Ну, может, вы способный человек, но сказать я эту пока не могу. Другую бы студентку на моем месте давно бы отчислили, так? Кто же отчислит Ирину Боярову? Да вы делаете стране куда больше, чем десятки наших профессоров. Вам нужен диплом? Вы его получите. Иришка, что все это значит? Что я слышу? В смысле? Ну что в смысле? Ты уходишь из спорта, а я мать. Узнаю об этом из телевизора. Что случилось? Ну, не все до пенсии бегают. Ну, почему? Мать твоя вон и после пенсии бегает. По утрам пугает в парке народ. Это она для тебя, балбес. На работу устроился? Устраиваюсь. Ира, не вмешивайся в наши дела. А это, мамочка, как раз мои дела. Дорогие молодожены! Теперь я не смогу оплачивать вашу роскошную жизнь. А что так? Тренеры у нас теперь мало получают? Я не тренер, а теперь безработная. А трое безработных как-то многовато для одной семьи. Не находите? Ты работу будешь искать? А как же мы будем? Да как все, мамочка, как все. А что, квартиру я вам купила, машину оплатила. По курортам вы лет на 100 уже наездились вперед. Но я твоя мать! Я, мамуль, конечно, понимаю, что я обязана заботиться о тебе, но почему твой... Ира, не надо оскорблять Игоря. Твой супруг не собирается устраиваться на работу. Игорь пишет свой первый роман. Да? Вы что, покажите мне его. А работа еще не завершена. Файл мне открой, я хочу посмотреть хотя бы одну страницу. Дуракам полработы не показывают. Господи, боже мой, может быть, она больна? Именно поэтому не может больше бегать. Я ничего не знаю. Я ужасная мать. Здорова она. Нервы.
Нелегко ей дается ее победы. Ирочка, ну мы же прекрасно все понимаем. Мы отменим поездку на Кипр. Прекрасно отдохнем дома. Иришенька, просто Игорь стесняется тебя попросить. Нам предложили гараж совсем рядом с домом. Недорого. Ленка, прости, что разбудила. Как не спишь? А, вы в Австралии, у вас день. Ну, молодцы. Да нет, все нормально, так просто. Жутковато и страшно немножко в доме. А наш как? Я буду за вас кулаки держать, давайте там. Молодцом. Да не, нормально, нормально. Давай, хомяк, давай. Кто там? Я говорю, есть кто? Ой, простите, соседка я ваша. А чего вы тут делаете? Простите, которую ночь заснуть не могу. Неудобно, но любопытство измотало. В смысле? Ну, дом-то ваш как давно пустой стоит, а все говорят, звезда здесь живет. Ну вот и приспичило мне на звезду-то посмотреть. Ну, заходите. Ох, и не похож ты на звезду-то. Да и дом твой на вокзал смахивает. Одна живешь? Одна. Угу. А вы, значит, соседка моя? Угу. Вера Ивановна я. Ну, моя хибар, через дорогу.
Ну, а чё? Занавески не повесила? Да я как-то не умею уют налаживать. Чем ты такая занятая, что в своем доме не хозяйка? Спортсменка я. Бегаю. Добежала, значит? Добежала. А живот-то что? По дороге нагуляла? А виновный в твоем животе сбег, что ли? Да он не знает, что я беременна. Не люб тебе? Слушай, так у меня ж соседка умеет на воде заговаривать. Вернем твоего мужика. Не стоит. А вы одна живете? Одна. А заходите ко мне почаще. Опасно. Почему? Привыкну. Ты меня потом на порог перестанешь пускать. Да и зачем я тебе? А занавески будем вешать. Дмитрий Ильич, а давайте с вами в кино сходим. В кино? Да, в кино. Да, я вообще 100 лет в кино не был. Ой. Думаешь, ой, да? Да нет, то и вон ваша бывшая жена вас ждет. А какое сегодня число? 5-е, а что? Ничего, кино отменяется. Сегодня день рождения моей бывшей. А что, она не может со своим новым мужем его праздновать? Я-то откуда знаю. Ладно, ты иди. В кино в следующий раз сходим. Привет. Поздравляю. Ой. А я знала, что ты не забудешь. Приятно. Слушай, а давай вместе отметим. Ты хочешь праздновать день рождения с брошенным мужем? А как же твой хозяин жизни? Он заказал мне ресторан. Он типа хотел сделать мне приятное. В 12 ночи собрал всех своих пенсионеров с их отвратными женами. А я хочу с тобой. Напиться. Приду в ресторан уже пьяная, все покажется не таким ужасным. Умоляю. Ладно, ладно. Сейчас всего накупим, мы к нам, да? Хорошо. Я только переоденусь. Ты золото. Да я знаю. Ты огромная. Ой, не ожидала, правда. Ой, стой, 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 Дим, стой. Так, поехали. Ну, нет, вы приходите обязательно, потому что, да, там чудесно. Там водопады, там живые рыбки, и все будет прекрасно. Слушай, а я тебя давным-давно не видела, если честно, ты... Да. А как вы приехали? И мы тоже хорошо. Все. Нет, я присоединюсь к тебе, я обещаю. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Как у тебя? Нормально. Где рожать? Будешь, уже решила? 72-й роддом хороший? Хороший. При кафедре педиатрии. Ну, вот там. Как муж? Волнуется? Муж? Волнуется. По спорту не скучаешь? Ди! Я тебя потеряла. Ой, это вы? Здравствуйте. А у меня сегодня день рождения. Поздравляю вас. Спасибо большое. Ух ты, мальчик, девочка. Сказали мальчик. Здорово как. Димка, мы с тобой забыли купить самое главное. И лимончик. Пойдем? Пойдем, пойдем. Дим! Иди, тебя зовут.
Привет мужу. Чё? Дим! Дим, ну ты куда? Катя! Я тебя прошу, пожалуйста, извини меня, ради бога. Я совсем забыл, только что вспомнил. У меня дела, мне нужно идти. С днем рождения. Привет. Помнишь, я тебе рассказывала, что у Димки появилась любовница? Ну так вот, мы ее сейчас встретили, она беременна. Поля, откуда я знаю, от кого? Ирина, поверьте, это нормальная цена для этой машины, нормальная. Ну какая нормальная? У нее пробег вообще небольшой. Ну ты чего не видишь? Женщине рожать скоро, а ты торгуешься. Плати, сколько договорились. А здесь, между прочим, царапина. Где царапина? Вот, 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 вот друг говорит, что там царапина на бампере. Ну, давайте скинем чуть-чуть, а? Давайте, да, давайте договоримся, а? Ну, послушайте, вы два раза смотрели, мы уже обо всем договорились. Ах, ладно, сил нет. Ну вот! Договорились. Так, ну что, хозяйка, продаем? Вот это, да? Красавица, красавица. Ну что, я ее покупаю, заверните. Ой, как я тебя рада видеть, а? Вот что значит, хорошего покупателя всегда рады. Уже куплена машина, все, мы уже договорились. Договорились. Ты ж лобина, вторую неделю цену сбиваешь, а? Слушай, Бабвер, Петрович, мы договорились, да? Не, подожди, подожди, что значит? Девушка хочет продать, я хочу купить. Слышь, командир, она мне очень нравится, эта машина. Цвет такой, глазам идет. Так что сделка не стоялась. Извините, аривидерчи. Хозяйка, вопрос есть. Ну, что там в ней, какие есть? Скрытые помехи. Слушай, а это кто? А, соседка моя, помогает по хозяйству. Понятно. Ну что, национальное достояние. Все, так сказать, на продажу, да? Держи. Ой, не надо. Так, ты машину продаешь, я купил. Ну, не стоит она столько. Бери, пока дают. Позор российской легкой атлетики. А если эти упыри тебя узнали бы? Ой, ты... Пусть... Ой, ну, просто Бог вас нам прислал. Пропадаем ведь тут. Ведь за... А вы не тот ли, кто ее живота сбег? Нет, мадам, я от детей и от женщин не сбегаю. А-а-а. Где у тебя детская будет? Да не знаю. Нет. Сбежал, доктор, я болит. Вову, в аду ему гореть. И, между прочим, на самой главной сковородке. Люди расстаются по разным причинам. А-а-а. Так вышло. Он очень порядочный человек. Угу. Ой. С порядочностью у него очень хорошо. Слушай, это побелка или клеевая? Я не знаю. Ну, а вообще-то, как настрой? Да какой настрой? Ночами ревет, а днем гордится, что ни мужа, ни матери ей не надо. Денег нет. Ну, деньги теперь есть. Короче, я завтра с ребятами приду. Детскую начнем делать. Пропасть не дадим. Просто совсем не понимаю, как... Обычная жизнь устроена, как будто из тюрьмы вышла. Спорт — это не тюрьма. Ты у музыканта скрипку забери, так он с моста вниз головой. Ой, ничего ты не помнишь. Я ж тебя когда сопливую девчонку в Москву вез, что я тебе говорил? Боярова, и это твоя судьба. Другой судьбы не будет. Помнишь? Угу. Сны снятся? Да, один. Кошмарный. Бегу, а ноги ватные. Уже на стадионе никого нет, одна осталась, все, бегу не пойму куда. От беременности, наверное, с ума сошла. Ты знаешь, я не беременный, а тоже он в отпуске. То же самое снился. Знаешь что, Байерон? Мы просто приговорены. И не надо даже пытаться искать другую долю. Ничего другого-то не будет. Что же мне делать? Ничего. Родишь, оклемаешься. Будем форму восстанавливать. Ну, если я не хочу. Я тоже пытался 2 года назад бизнесом заниматься. Вроде не дурак, экономическое образование.
А чуть с ума не сошел. Законы-то не наши. Отвык я жить по таким поганым законам. У нас тоже законы. Подлости хватает. Хватает. Только это понятная нам подлость. Вроде то же самое. Деньги делят, подсиживают друг друга. Только у нас есть то, чего нигде больше нет. Вот чего? Объясни мне, чего есть? Объясню. Я тебе объясню. Вот когда вы, девки, покалеченные, уставшие, как собаки, мужикам своим ненужные стоите на пьедестале, а для вас гимн играет вот этот вот нюанс. Понимаешь? Слушай, пойду, правда, машину посмотрю. Вдруг там действительно царапина. Ивановна! А? Ой, чё? Организуй водичку минеральную, а? Ага, сейчас. Сам в холодильнике возьмешь. Ща приду. Вот она вода. Будешь пить по утрам и на ночь. Зачем? Вода заговоренная. Будем твоего мужика привораживать. Значит, утром глоток, на ночь четверть стакана. И он что, сразу придет ко мне? Сразу. Очень много времени потеряно. Вот. Соседка варганила? Дар у нее. Я тебе могу сказать, вот уборщица из нашего Сбербанка мужа вернула. Потом та хотела его прогнать, он запил. Не смогла, потому что качественно заговорен. Вот так. Смейся, смейся. Ой, бабе. Смейся. Батюшки, вода ж заговоренная. И что теперь со мной будет? Смейся, смейся, Господи. Четыре банки же выпушил. Петрович. У тебя хвост растет. На себя посмотри. Колобок с хвостиком. Ира, главное верить в себя. От веры зависит все. Будешь верить в себя, будет результат. Давай еще раз. Жестче толчок. Молодец. Ну, можешь лучше. Давай, жестче толчок и тяни бедро. Сильнее тянем бедро. Толчок! Чуй там. Не знаю, она сюда часто ходит. Психическая, что ли? Женщина, вам чего надо? Сергеич, мне кажется, я рожу сейчас. Я на стадионе. Давай быстрее, пожалуйста. Давай быстрее, хорошо, пожалуйста, хорошо. Ага. Помогите мне, пожалуйста! Это же Ирина Боярова. Ей срочно в роддом нужно. Та самая Боярова? Да, та самая. Видимо, она рожает. Ребята, побудьте здесь, а я скорую сейчас вызову. Сама Боярова. Посмотри, мама, какой красавец. Ну-ка, мама, пора и покормить меня.
хочет. Боярова, мы из нее чемпиона будем делать. Да? Поздравляем! 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 Боярова, ты крутышка! Позвони Мату. Родники! Первый раз вижу его таким пьяным. Что случилось? Я не знаю, мне тоже позвонил по телефону, начал орать. Спасайте меня, забирайте меня. Вообще приехал на машине, значит, пить не собирался. Ну, да, да. Дим! О, Дима! Димка, все, закончили песни, Дима, закончили. Дай. Бросай. Димочка, выпей кофе, а? Дим, садись, выпей кофе. Вот так вот. Дим, в чем дело, а? Все замечательно, все просто восхитюще. По какому поводу напился, Дим? Я не знаю. Ну как ты не знаешь? Ну давай не темни, ты меня с ночного эфира сорвал. Ну прости меня, ради бога, я не прошу, пожалуйста. Я ехал из клиники домой, решил заехать сюда, перекусить, и вот... Для меня из-за самого сюрприз. Чего ты напился-то так, а? Доктор Хламус, причина есть? Нету причин. Мне просто резко, остро захотелось выпить. Я, вы знаете, мое категорическое плохое отношение к алкоголю. Знаем. Сосуды, клапаны. Да, абсолютно правильно. Ты идти-то можешь? Я не знаю. Ну-ка, давай. Так, держи его, сейчас я рассчитаюсь. Димка, одну секундочку. Димка, давай. Руку. Давай, все. Опа. Пойдем. Хорошо, пойдем. Тихо. Боярыч, не слишком резво ты начала, а? Ой, так много набрала. Угу. Пока кормлю, скинуть трудно. А Петр Сергеевич говорит, что худая корова уже не газель. Замучил он меня. Раздражаю я его. Мы уже видеть друг друга не можем. В общем, уже и результат лучший, а он все ругается. Слушай, у меня завтра банкет, а идти не в чем. Выручай. Фух. Ладно, чё. Пойдем моё что-нибудь подберем, да, хомяк? Ты настоящая подруга. Ай, ты мой мужчина. Да, да. Да, да. Мамочка позанимается, да? Да.
Физкульт. Привет. Ну что, сколько времени есть? Час-полтора. Поработаем? Давай. Работай, работай, работай. Так. Корпус держи. Держи корпус. Руки не расслабляй. Еще, еще работай. Работай, корпус держи. Руки, руки. Следи за руками. Ощущение странное. Тело чужое. Бегу, как будто не я. Не понимаю. Раньше ж не было так, а? Раньше много чего не было. Силы есть? Скорости нет. Ну что, время есть? Еще кружок? Нет, хватит, хватит. До завтра тогда? Завтра вряд ли получится. Времени нет. Работы много, чемпионат у нас, сама знаешь. Ну да, конечно. Ага. Пока. 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 Ир! А? Слушай, я что думаю? Может, зря я тебя гоняю, а? Чего не зря? Ну, у тебя возраст. Год на восстановление, год еще скорость набрать. Сам сказал, судьба моя, другой не будет. Я тебе это сказал, когда тебе 15 лет было. Ладно. К сыну иди. Значит, завтра не придешь? Не приду. Послезавтра приду. Соберись, Боярова, работать будем. Работать! Давай, ровней, руки не забивай, руки, дыши, дыши носом, Боярова, не ушами дыши, носом, ровней носом, ну, давай, Боярова, давай, пошла, ну, давай, тебя в цирке надо показывать, за деньги, как самую толстую ленивую корову в мире, работай, Боярова, работай! Зря время ты меня теряешь. Боярова, не реви. Ну, я хам, все об этом знают. Ну, прости ты меня, пожалуйста, дурака старого, ну. Да ты ни при чем, это я, у меня ничего не получается, ты понимаешь? Потому что работать надо больше, работать. Я не жалею, а я верю. Я просто в тебя верю. Я не жру уже ничего вообще не ем. Вообще и без кино. А у меня нет скорости, ты понимаешь это? Мелкую чем кормишь? Если не есть, так в молоке ничего полезного не будет. Я 12 месяцев уже давно перевела. Я себя вообще каким-то царем-эрдом чувствую. Ну, не реви ты, а то я сейчас заплачу, ну! Не плачь ты никогда. Сердце? Чуть-чуть.
Не плачь, поэтому и сердце у тебя прихватывает. Понятно тебе? Давай еще. Сил-то есть? Есть. Орать буду, вы уж не обижайтесь, пожалуйста. А то не слышал, как ты орешь. Давай. Ага. Давай, Боярова, давай, давай, давай. Давай, Боярова, ровнее, спина идет, спина. Нет, я... Слушай, у меня все слова кончились. Ты все равно корова. Ты толстый корова. Работай, работай, ну. Четче, носом на себе. Здравствуйте. Так, ну что, хорошо. Хорошо, состояние стабильное. Будем продолжать наблюдать. Вы молодец. Все будет хорошо. Нужно провести суточное мониторирование. Угу. Подождите, подождите, вам нужно лежать. Вот этого вам делать категорически нельзя. Отчего же? Дмитрий Ильич, с вами все в порядке? Мерзавцев надо учить. Вот он.